Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сейчас мы порыбачили немножко, и хочу вам показать наших необычных рыб, которые водятся только в Амуре, ну, в Хабаровском крае. Ну, первое, это вы уже видели ее, но отдельно я вам не показывал, это амурская щука. Вот такая вот красавица. О, она у нас белая, с черными пятнами, похожа на леопарда. Ну или на форель. Вот такая вот классная вещь. Шикарная щука. Хищница кровожадная. О-о-о. Так, вторая рыба, что я вам хочу показать, это нашего окуня. Опа, где он? Вот он. Это тоже. О! Был краснокнижный, сейчас его вывели с красной книги. Его очень много стало. Называется ауха или китайский окунь. Вот такая красивая, очень колючая рыбина. Видите, колючки на спине, колючки под плавником под анальным. Вот здесь колючки боковые и колючки еще и на жабрах. Короче, колючая нереально. Так, еще одну необычную рыбу, что на этой рыбалке мы поймали. Я вам сейчас покажу. Так, это подлещик. Все его знают. Это... Вот такая рыба, вот такого размера, это верхогляд, очень вкусная рыба, жирная. Почему верхогляд? Потому что у него глаза смотрят наверх. Хищник ловится, да, блесный, аналог, наверное, на западе сравнить его можно с жерехом. Так, ну леща, лещ обыкновенный, ничего интересного. И еще одна необычная рыбка. О, это вострабрюшка. По-простому, может быть, сравнить ее с уклейкой можно. Тоже жирненькая рыбка, отличная таранка с нее получается, если ее завялить. Очень вкусная будет, замечательная. Вялить будем ее вот с такой замечательной рыбкой. Это наш чебачок, чебак. Еще есть язь, но язя мы сегодня не поймали. Вот, ребят, за одну рыбалку вот столько разнообразных рыб мы поймали, ну, не считая карасей, сазанчиков, которых вы все знаете. Так, ну все, народ, на этом краткий обзор с нашими дальневосточными рыбами я заканчиваю. Всем, кому было интересно, ставьте пальцы вверх, кому не интересно, пальцы вниз, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, нажимайте колокольчик, не пропустите новые видео. Всем до встречи и всем пока.